И к новостям культуры. Снежный дом для детей – весенний лес, в котором малыши – лесные жители. В минувшие выходные в краевой столице на театральной площадке «Спичка» показали детский спектакль по русским народным сказкам «Мой дом и духи в нем». Участники спектакля – актриса молодежного театра «Алтая» Любовь Хатиева, сам режиссер, и дети. Премьера спектакля «Мой дом и духи в нем» состоялась 7 сентября в молодежном театре «Алтая». Актриса Любовь Хатиева играла его для слепых и слабовидящих детей. Идея спектакля принадлежит ей самой. Как-то вдруг осенило. Я сама не имею режиссерского образования, я не претендую на это. Как бы мне всегда это очень сложно и очень боязненно это все делать. И болезненно, потому что я актриса, которой нужен постоянно режиссер. Это сказка с детьми рассказанная, поэтому как бы это и не страшно. 9 сентября актриса исполнила спектакль на театральной площадке «Спичка» уже для ребят зрячих. В минувшую субботу на сцене вместе с главной героиней играли и дети, и их родители. Творческий эксперимент удался. Зрители не сводили глаз с актрисы и ждали своей роли. Сейчас Любовь Хатиева готовит новый проект, но пока не раскрывает всех карт. Уже точно говорит, что будет постановка, ориентирована на взрослую публику.